написали правительство Красноярского края петицию против строительства туристического объекта. Собрали более 400 подписей. Екатерина Шиллер живет в Удачном и вместе со своими соседями подписала петицию против строительства новой лестницы на холмах около поселка. Она по замыслу краевых властей должна стать новым входом в экопарк «Гремячая грива». Большая лестница будет начинаться в районе остановки «Живописная», где ходит автобус номер 12. Далее она пойдет вверх по склону до одной из видовок. Еще одна небольшая лестница будет вести на видовку от пруда у ручья Серебряниковский. Местные жители выступают против туристического объекта. За пару дней красноярцы собрали почти 1000 подписей, больше 400 физических и больше 200 в интернете. Люди опасаются, что с появлением лестницы Удачный настигнет транспортный коллапс. Дорога одна. Парковка, где планируется размещение транспорта для посещения данного объекта, это вы видите сами. Она уже в будний день занята практически полностью. Далее это будет, получается, у нас создаваться проблема с парковочными местами, проблема с загрузкой самой трассы. По словам заместителя руководителя администрации губернатора Красноярского края и экс-руководителя агентства по туризму Юлии Верхушиной, вместе с новыми лестницами планируется обустроить лишь небольшую парковку. Всем, кто не поместится туда, предлагают оставлять автомобили через дорогу возле супермаркета. Однако местным жителям такой подход кажется нелогичным. Когда мы запрашивали в администрацию, будет ли построена парковка для посетителей этой лестницы, нам сказали, что она будет построена, но небольшая. Соответственно, вопрос, куда все будут ставить эти машины? Скорее всего, они будут оставлять их прямо на дороге. Либо на дороге, либо будут заезжать к нам во дворы и ставить здесь. А у нас возникнут определенные проблемы с парковкой. При этом, говорят жители Удачного, им совсем не жалко красивых видов для красноярцев. Однако, чтобы открывать подобные лестницы, все-таки необходима хоть какая-то инфраструктура. Люди волнуются, что в Удачном получится так же, как было с Николаевской сопкой и с лестницей на Торгашинский хребет. И в первом, и во втором случае ажиотаж привел к пробкам и коллапсу на подъездах к туристическим объектам. Урбанист Илья Буткевич уверен, причиной конфликта в Удачном – следствие системной проблемы Красноярска, где личный транспорт в приоритете, а обустроить инфраструктуру нет возможности. Надо сказать, что здесь все упирается во многом в недоразвитость красноярской транспортной системы, когда, в принципе, доехать до этого места, например, на общественном транспорте большинству людей некомфортно, как и, в принципе, перемещаться по городу. Большинство людей из-за удобства, которые могут себе позволить, предпочитают не использовать общественный транспорт. Ведь, если бы люди пользовались общественным транспортом, то и проблемы с парковками там не было. Опять же, это связано, в первую очередь, с организацией транспорта в нашем городе, с тем, что она крайне отсталая, она ориентирована на личный автомобиль в первую очередь, и уже как некоторая такой костыль, затычка существует общественный транспорт. Если бы люди пользовались общественным транспортом, то и проблемы с парковками там не было. Как нам рассказали в туристском информационном центре Красноярского края, ни подрядчик, ни точные сроки строительства, ни стоимость работ еще неизвестны. Конкурс планируют провести в течение недели. Что же касается недовольства жителей микрорайона Удачный, то в агентстве по туризму сегодня не смогли ответить на наши вопросы и пообещали прокомментировать ситуацию позже. Игорь Шишкин, Вадим Кравченко, новости ТВК.